Всем привет, вы на канале Вечное Лето. Всем привет из Паттайи. А, да, мы наконец-то в Паттайе. Продолжаем снимать для вас классные выпуски. Сейчас мы направляемся на рынок. Хотим опять погулять, найти какой-нибудь вкусной еды. Показать, какие сейчас цены. Внимание, это другой рынок. Это уже не Джорджия Найт Маркет, это фруктовый рынок на Вадбуне. Наша любовь просто. Мы ходили закупаться туда бананами, ананасами, маракуйей и всеми фруктами, что любим. Кстати, сейчас хотела выкинуть мусор. Хожу вокруг Конда и не знаю, нет помойки. Я спрашиваю людей, а где, куда мусор выбрасывать? Они говорят, здесь есть специальная мусорная комната. Представляете? Мусорные вот эти свалки больше не в теме, не модные. Они сделали специальную комнату. Ты туда заходишь, открываешь дверь, там стоят вот эти мусорные пластиковые баки. Ты кидаешь мусор, закрываешь комнату. Вообще, прям для меня очень удобно. Сегодня уже потеплело. Ну, как бы чуть-чуть потеплело, не так холодно, как вчера. Но еще не совсем Таиланд. Я в шортах, в футболке, чтобы не позорить нацию, как мне вчера сказали. Но все равно это, зябко. Но мне нравится. Вчера было прям прохладно, а сегодня самый раз. Солнышко так припекает, но я чувствую, сейчас зайдет солнце и будет очень холодно. Как нам сегодня спалось? Шикарно. Я не знаю, как там Саша. Он разбирался со своей криптой. Я ему тысячу раз говорю, Саша, пойдем спать, ну пойдем спать. Он говорит, а мне еще надо про эту крипту почитать, про эту. В общем, все. Потеряла мужика. Пошла одна. Воу. И спала просто замечательно. Кровать мягкая. Единственное, я там заметила, что хозяева еще не распаковали, ну, вот это вот изголовье кровати, пленки. Но, в принципе, это не мешало. А утром вышла. Ой, да на балкончик, да такой красивый вид. О, фруктики порезала. Все-таки классно. Чем больше я в Паттайе нахожусь, тем больше на меня нахлынывают вот эти воспоминания, как мы тут жили. Все-таки здесь тоже классно. Мы добрались до моря. Сейчас подойдем, покажем вам поближе, как оно выглядит днем. Какой песочек на пляже Джом Тьен. Я думаю, этот вопрос всех интересует. Ну вот, собственно, смотрите. Это вам, конечно, не пляжи Пхукета, но тоже неплохо. Можно лечь, позагорать, покупаться. Водичка. Не как на Семиланах, конечно, но прозрачно, смотрите. Она прозрачна, видите? Но отдает таким темноватым оттенком, как будто она речная. В этом, конечно, есть ее недостаток. Но это Паттайя, друзья. Она дешевле, и море здесь, конечно, не такое, как на Пхукете. Как тебе? Мне кажется, вода чище стала. Чище, по-моему, да. И прозрачная такая, и мусор не плавает, не валяется. Стараюсь, наверное, как-то очищать. Здесь сделали какую-то трубу, проводили. Может, она очищает как-то или наоборот загрязняет. В общем, видите, вон там вдалеке теперь яхты стоят, катера, такая стояночка. Как тебе в Таиланде зимой? Классно. Такая зима мне нравится. Помнишь, как мы с тобой там сидели? Мы выбирали, где будем жить, и в центре Паттайи было очень шумно, и мы пришли на Джом Тьен, сели на пляже, и я Саше сказала, да, вот это тот район, где я хочу жить. Я хочу жить здесь. И мы приняли решение жить на Джом Тьен. Было классно. Все как вчера. Время летит. Ну ничего, все самое интересное еще впереди, друзья. Мы только начинаем. Не думайте то, что все, мы сдулись, все, начинаем ностальгировать. Все самое интересное только начинается. Таиланд – это наш старт. Дальше будут другие страны. Снимать, показывать будем все для вас. Так что готовьтесь. Впереди ждет много интересных приключений. Но Таиланд всегда номер один в нашем сердце. Эй, эй. Видимо, это такси, а не тут. Мимо нас проехал. Сначала такой к нам, я такая пошла, а он такой мимо. Конечно, когда вы тормозите тук-тук, и если там никого нету, это может быть такси. И лучше подойти у водителя, уточнить, это тук-тук или такси, так спросить. Тук-тук, такси. Если он скажет такси, то с вас возьмут там, ну, по 200-300. Так что будьте готовы.
добрались до Ватбуна. Смотрите, в некоторых отельчиках, я думаю, это Amazon или Parkway, есть такие электрокары, на которых вас доставляют прямо до пляжа. С этой стороны давайте посмотрим на пляж. Раньше здесь дорога вся была перерыта. Мы в прошлых выпусках вам показывали, что здесь ремонтировали. Помните? Все было перерыто, вся улица была закрыта. Сейчас все сделали и все нормально. Интересно, что они там запустили в воду. Тут такие трубы были огромные. Сейчас ничего нету, как и не было. Лежаки, зонтики. Даже столики, можно там напитки свои поставить. Но надо сейчас перейти дорогу. Мы сейчас от моря идем по улице Ватбун. По этой улице мы доберемся до Амазона, Парквей и, собственно, до рынка, на котором мы и направляемся. Хотим там снимать цены, купиться едой, покажем, что там изменилось. Кстати, где-то здесь работает Ян, мастер наш по байкам, который ремонтировал наш байк. Интересно, он сейчас работает. Давно не виделись. Можем было бы увидеться, обняться. Они это дело любят. Скучал по Яну? Очень, каждый день. Просыпаясь, я думала, ну почему мы не живем там, где я? Я так и думал. Если честно, это когда Саша не встречается, это общение двух рыб. Hello, my friend! Hello, my friend! My friend! My friend! То есть он по-английски вообще не говорит. Все, что он знает, это my friend и капут. Ну, как и ты. Кстати, смотри, похоже, он был здесь. My friend! Where is my friend? Вот тетенька осталась, да? Его это... А, может, вот это? Теща. А, что-то у них здесь поменялось. А, из-за того, что дорога была перерыта, видимо, загнулся их бизнес домашний. Представляете? То есть здесь улица была очень долгое время перерыта. Ну, естественно, никто здесь больше ничего не ремонтировал. И бизнес загнулся, к сожалению. Видите, как бывает. Ведешь бизнес, работаешь... А тут бах, все такие обстоятельства, то, что дорогу перерыли, наверное, полгода или год, никто здесь не ездил, и бизнес пришлось закрыть. Вот такая судьба злодейка. Кто же мог предположить, что такое случится? Что касается байков, стоит брать в аренду, не стоит. Если, друзья, у вас нет опыта вождения байка или другого транспорта, мотоциклов, то я бы вам не рекомендовал брать байк, потому что, ну, блин, это очень опасно. Можно упасть, переломаться, и все. То есть можно либо насмерть разбиться, таких случаев очень много, либо люди садятся с первого раза, просто газуют и врезаются в стену, в бордюр, ломают руки, ноги. Просто вот первый раз решили попробовать, и сразу в больницу. Операции очень дорогие, 200-300 тысяч бат. Поэтому, друзья, не рискуйте лишний раз, если не уверены. Лучше даже не садитесь. Иногда лучше переплатить, взять машину, тем более в Паттайе они недорогие, поездить на машине, чем платить огромные деньги за операции и потом всю жизнь страдать. Теперь здесь есть тайский бокс. Прикольно, можно потренироваться. Пойдем, я покажу вам поближе, как здесь тренируются. Посмотрим, тайцы тренируются. Да, смотрите, два тайца тренируются. Прикольно. Так что, друзья, теперь вы можете на Ватбуне, если живете, заниматься боксом. Многие спрашивали, где, сколько стоит. Я думаю, можно будет сюда зайти и узнать. Мне как-то зрители написали: Света, иди займись тайским боксом. Чего не занимаешься тайским боксом? Да, действительно. Sorry, а how much? How much? We have price. Price? Okay, thank you. Окей. Пойдемте, нам сказали, прайс находится вот здесь. Сейчас посмотрим. Ага. Сессия с тренером 350 бат. Без тренера месяц 3000 бат. Вот, это самое главное. Месяц 3000 бат. Это где-то 5500 рублей. Сессия, то есть тренировка без тренера 250. Дальше здесь еще какие-то варианты. Вторая тренировка. А, это вторая, да, тренировка уже по 250 и 150. Так, с
тренером, смотрите, 20 минут, видимо, тренировка, 6 тысяч бат в месяц, по 20 минут. Ну вот, смотрите, цены на бокс в Паттайе, если надумаете. Знаете теперь, где это находится, на Ватбуне. Вон, я вижу, уже многие занимаются, так что... Какие-то чемпионы бывают. Все реально. Смотрите, маракуйя 35 бат за килограмм. Это очень дешево. Бананы по 20. Хурма по 15 за штуку. Я должна взять. Я ее очень люблю. Так, я предлагаю на обратном пути взять фрукты. Да? Потому что сейчас мы туда пойдем, и там уже видно. А будет. Может, мы там вот так выйдем к дому? Как быстрее. Ну, надо подумать. Я думаю, там еще будут лавки. Сейчас посмотрим. Моя хурма! Ну, если будешь, тогда бери. На 30 бат две хурмы. Вот это я понимаю цены. Смотрите, открыли новый ресторан. Раньше его здесь вообще не было. Теперь он здесь есть. Что-то закрывается. Я видел, там аренда авто закрыли. Ресторан открыли. То есть в следующий раз вы сюда приедете, он уже закроется. Поэтому не переживайте, здесь все открывается, закрывается. Просто каждый месяц, мне кажется. Поэтому оставлять точки на то место уже, я думаю, смысла нету. Люди приезжают, а места уже все закрыты. Им обидно то, что они время потеряли, туда-сюда гонялись. Поэтому будьте готовы к тому, что сейчас есть, а в следующем году этого может уже не быть. 6 кокосов за 100 бат. Ого, но они маленькие. Все равно. Совсем миниатюрные. Hello. Но бананы 45, 20 маленькие. Арбузы по 20. Маракуйя 35. Мандарины 40. Так, и манго по 80, я вижу. Ананасы по 20. Так, ну, здесь такой рынок вдоль дороги. Солнышко так приятно припекает. Я не хочу, чтобы оно уходило, а то будет холодно. Кстати, не факт, что аренду авто закрыли. Ведь, может, высокий сезон, просто все машины сданы. Нет, там с одной стороны закрыто, а с другой открыто. Здесь что-то было. Но чего-то нет, забор какой-то был. Да, был. А его убрали. Обзор стал лучше, гораздо просторнее теперь кажется. Видимо, что-то будут строить. Странное ощущение. Все как будто бы поменялось. Какой-то забор был, но его нету. Стоит другой забор. Что-то странное. Так, здесь тоже фрукты, но выбор небольшой. Бананы 40. Как все печально-то так выглядит. Да, я тоже не люблю покупать там, где мало выбора. И такое все очень какое-то заветренное лежит. В прошлый раз, когда мы жили в Амазоне, не знаю, видно вам будет или нет, вон там вдалеке кондик, он уже практически достроился, а тогда его активно строили. Я вижу, вон там тоже, смотрите, 4 крана стоит, тоже строит кондик. Я думаю, на этой площадке тоже все застроят в будущем. Вообще, вот если посмотреть, как город быстро развивается, посмотреть вот на этот вид, он становится прям таким городом высоток. Да, лет через 10 здесь будет прямо Нью-Йорк. Как минимум.